В общем, смотрим колодки на Nissan X-Trail. X-Trail. После 10500 пробега. Так. Езжу я нормально, без, так сказать, глупостей и быстроты. Не знаю, видно там что, не видно. Ну, в общем, еще там миллиметров 10 на них. Вот, машина 17-го года. Переобуваемся. Всех с наступающей весной. Безопасных дорог. И что, без штрафов. Так. Вот это вот резинка. Или чего-то мне это уже не нравится. Или это так и должно быть. Ну ладно. Всем спасибо. Смотрю шланги. Все свободны. Вот эти вставки, которые дают возможность не скрипеть. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Спасибо.